У меня нет позиции по лимиту на легионеров. Мне кажется, дело не в лимите. Вот мы зря зацикливаемся. 6 плюс 5, 7 плюс 4, 10 плюс 15. Ну, вообще не в этом дело. Дело в том, какое поколение, если есть талантливое поколение, да, и значит, все в порядке. Нет его. Ну, нет, на нет и суда нет. У нас были талантливые ребята, которые росли в условиях без лимита, когда, да, мы все ужасались, что выходит по 11 иностранцев на поле, и когда был достаточно жесткий лимит, тоже футболисты росли, так что дело совсем не в лимите. На мой взгляд, оптимальный формат лимита – это отсутствие лимита. Тем не менее, насколько мне известно, глобально, так скажем, наверху есть мысль, что лимит, как некий способ защиты доморощенных футболистов, нужен и необходим. То есть, если мы отталкиваемся от того, что отменить лимит нельзя, а нужно придумать какую-то его версию, я поддерживаю тот вариант, о котором давно говорит Евгений Гинер, это ограничение числа легионеров не на поле, а в заявке. Ну вот предлагался, насколько я знаю, вариант 8 плюс 17, кажется, да, то есть 8 легионеров в заявке. Мне кажется, это оптимальный формат, если лимит, в принципе, сохраняется. Я, если честно, вообще против какого-либо лимита, но это невозможно сделать, учитывая указ президента Российской Федерации. Поэтому, ну, 10 плюс 15, чтобы не было ограничений на поле, чтобы была более здоровая конкуренция. Я считаю, что 8 плюс 17, история лимита, которая у нас была, я напомню, что и 5 иностранцев было, и 6 максимум на поле, и, по-моему, 7 даже было. Его двигали туда-сюда, особой пользы это не принесло. Мне кажется, что надо очень внимательно проанализировать ситуацию с заявкой и, возможно, ее просто расширить до 30 футболистов, потому что несколько довольно качественных игроков, ну, например, Илья Максимов, талантище, остался без команды просто потому, что... Но 25 человек в заявке, этого мало. Возможно, стоит заявку расширить до 30, а что касается лимита, то 8 в заявке – это нормально. Это нормальное количество, это приведет к тому, что клубы все-таки будут более внимательно подходить к выбору иностранцев. Возможно, платить им большие деньги, но зато получать большее качество. У нас, честно говоря, маловато звезд иностранных, и хочется, чтобы мы действительно смотрели именно на качество. Поэтому я за 8 плюс 17, и по моей информации решение о каком-либо формате будет принято не сегодня, а будет принято не на последнем общем собрании РПЛ, а на майской конференции Российского футбольного союза.